История. У каждой ее главы свой свет и свой голос. Вторая мировая война дописывала последние страницы. И строки их были красными от крови и черными от дыма пожарищ. Война. Постепенно время смоет ее зримые следы. Но память о ней не угаснет никогда. Наступил август 45-го года. Япония не сложила оружие, и на Тихом океане гремели ожесточенные бои. Поставить агрессора на колени мог только полный разгром его вооруженных сил, сражения, а не разовые акции, даже самые чудовищные. В Соединенных Штатах это отлично понимали, и тем не менее... 40 лет в домах Японии произносят молитвы в память погибших в Хиросиме и Нагасаки. И 40 лет кадром этой американской хроники, где звучит другая молитва: «Спаси и сохрани тех, кто отправляется на борьбу с нашими врагами». На кресте пропеллера бомбардировщика Б-29 в то утро были распяты сотни тысяч жизней. We beg you to help those moving in the heights of your heaven and who carry the struggle to our enemies. Protect them and preserve them, we beg of you, when they are flying their ordered route. Я спустился в бомбовый отсек. Надо было поставить все на боевой взвод и спустить предохранители. Я до сих пор храню их как сувениры. Рано утром радиолокационные станции обнаружили несколько американских самолетов. Был дан сигнал тревоги. Но самолеты, сделав обычный круг над городом, улетели. Тогда дали сигнал отбоя, и люди начали обычный трудовой день. Я начал его новой страницей своего дневника. Мы очень удачно, с первого захода вышли на цель. Я видел ее отлично, так что моя задача была простой. В 8 утра вновь были обнаружены два самолета. Прозвучал сигнал тревоги. Однако люди привыкли, что американцы часто совершают разведывательные полеты и спокойно продолжали заниматься своими делами. Я тоже не пошел в убежище и разглядывал вражеские самолеты, которые шли на большой высоте. Бомба провалилась в открытый люк, и теперь японцам уже не поможет ни бог, ни дьявол. Мы надели темные очки и ждали, покрываясь холодным потом. Это ожидание было самым страшным моментом полета. Я знал, что бомба будет падать 47 секунд, и начал считать в уме. 9, 8, 7. Она была на парашюте, и она падала на центр города, на нас. И наш мир взорвался. Гарри Трумэн. Президент Соединенных Штатов Америки. Человек, который отдал приказ применить атомное оружие.
августа 1945 года. 8 часов 15 минут. Бог умер. Зачем это было нужно? И кому это было нужно? Еще в 1942 году, когда возник так называемый Манхэттенский проект, совместный американо-английский план использования атомной энергии в военных целях, руководитель его, пентагоновский генерал Лесли Гровс, говорил: «Я уже тогда не питал никаких иллюзий относительно того, что Россия является врагом, и что проект строится на этой базе». Когда же атомная трагедия обрушилась на Японию, в Соединенных Штатах стали раздаваться иные голоса. Один из руководителей атомной программы, Буш, например, утверждал: «Стоит ли обсуждать, что заставило японцев капитулировать? Упали две бомбы, и война окончилась». Нет, война не кончилась. Кому, как не самой пострадавшей стороне, лучше знать истину? Вот что говорил император Хирохито спустя 11 дней после атомной бомбардировки Хиросимы, обращаясь к армии: «Теперь, когда в войну вступила Великая Россия, дальнейшее продолжение боев может привести к потере основ нашей империи. Поэтому я намерен обратиться к ним с предложением заключить мир». Кому же все-таки это было нужно? И зачем? Еще в 1944 году Нильс Бор убеждал Рузвельта и Черчилля проинформировать Советский Союз о том, как обстоят дела с новым оружием. Выдающийся физик считал, что только так можно сохранить полное доверие между союзниками. Какой же была реакция на этот призыв? Давайте обратимся к документу. «Следует провести расследование деятельности профессора Бора и принять меры с тем, чтобы он не допустил утечки информации к русским». Таким был истинный курс, которым Соединенные Штаты Америки собирались вести свой политический корабль в послевоенном мире. И хотя мы это понимали, наше отношение к участию во Второй мировой войне оставалось прежним. И Советский Союз открыто заявил об этом. Советский посол в Японии Малик. За всю историю нашего государства это был единственный случай, когда советский посол отправлялся передавать заявление своего правительства об объявлении войны. Но этот шаг был и единственным средством, способным приблизить наступление мира. После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стояла за продолжение войны. Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить потери и способствовать всеобщему восстановлению мира. В связи с изложенным, советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа 1945 года, Советский Союз считает себя в состоянии войны с Японией. На театре военных действий, в стратегическом замысле, на языке приказа главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василевского, это означало: «Целью операции поставить активное содействие войскам Забайкальского фронта и Приморской группы в разгроме Квантунской армии японцев и овладении районом Харбин. Целью операции поставить вторжение в Центральную Маньчжурию, совместно с войсками Забайкальского и Приморского фронтов разгром Квантунской армии японцев и овладение районом Харбин, Чанчунь, Сэйсин». Целью операции поставить стремительное вторжение в Центральную Маньчжурию, совместно с войсками Приморской группы и Дальневосточного фронта разгром Квантунской армии японцев и овладение районом Чифынь, Чанчунь, Джалантунь.
В чем особенность театра военных действий? Значит, мы должны были наступать на фронте 1500 километров и на глубину до 1000. Создать сплошной фронт, как на Западе, невозможно. Поэтому были выбраны отдельные направления, причем бездорожные, просто направления, где, казалось, удобнее будет продвигаться войскам. Это очень трудная задача, это далеко, это широко, это глубоко, это высокие горы, это леса и болота, это сильный противник. Огонь! Командира Джалайнурскому! Махутаурскому! По Мишанскому, по Дунинскому, по Пограничнинскому. По всем укрепленным районам японцев огонь! По их дотам, по их связи, по их дорогам. С земли, с воды, с воздуха. Таким был голос первого дня войны. Одновременно с сухопутными войсками в боевые действия включились корабли краснознаменной Амурской флотилии. Она оперативно подчинялась командованию 2-го Дальневосточного фронта и вместе с ним решала задачи армейских наступательных операций. Корабли флотилии переправили через Амур, Уссури и Сунгари десятки тысяч солдат, боевую технику и другие грузы. Захватив устье Сунгари и плацдарм на западном берегу Уссури, войска 2-го Дальневосточного фронта двинулись к городу Харбин. Такое стремительное наступление было полной неожиданностью для японской армии и горькой истиной для правительства. 9 августа в 14:30 открылось чрезвычайное заседание Кабинета министров, чтобы решить вопрос, запросить ли немедленно мира или продолжать войну. Я уверен, нам можно рассчитывать на победу лишь в одном сражении. Но вряд ли это возможно во втором или третьем. После того, как заслушали выступления других министров, так и не смогли, в принципе, решить вопрос о том, принять или отклонить условия Потсдамской декларации. В отчаянии объявили перерыв. Через час взволнованные члены кабинета вновь собрались вместе. Я высказываюсь за отставку кабинета в связи с провалом дипломатии привлечь Советский Союз в качестве посредника. Кабинет министров закончил заседание утром следующего дня, так и не приняв единого решения. Надо признать, что решение могло быть только одно. Так стремительно наступали русские. Но кто скажет правду императору? Когда эти солдаты громили гитлеровцев уже на их земле, на Ялтинской конференции мы взяли на себя союзническое обязательство вступить в войну против Японии после окончательной победы над Германией. Советские вооруженные силы выставили против Японии более 1 700 000 человек, около 30 тысяч орудий и минометов, свыше 5000 танков и самоходно-артиллерийских установок, 93 боевых корабля основных классов Тихоокеанского флота, краснознаменную Амурскую флотилию, свыше 5000 боевых самолетов. Больше всего нас, конечно, прельщало маньчжурское направление, где размещалась Квантунская армия. С разгромом этой армии была бы уничтожена основная ударная сила сухопутных войск, и тем самым подсекалась под корень сопротивление Японии. Для этого нужно было сделать бросок к отрогам Большого Хингана и сходу его преодолеть. Этот горный хребет считался в то время недоступным для боевой техники. Но шли машины, и шла боевая техника, и шли люди. Тяжело шли. Воды мало, дорог каждый глоток.
Когда наши солдаты увидели колодец, они облегченно вздохнули. Ну, наконец-то, вода. Но возле колодца опять была брошена табличка с изображением черепа. Чья-то добрая рука предупреждала, вода отравлена. Это был уже не первый колодец с отравленной водой, который встретился нашим солдатам. Возле колодца сидел старый орат и, казалось, никого не видел и не слышал. Солдаты не знали, что делать. То ли вода действительно отравлена, то ли враг хитрит, пугает. А солнце палило нещадно. До раскаленных камней нельзя было дотронуться. Песок скрипел на зубах, и кругом ни облачка. И тогда один солдат не выдержал. «Не могу больше, браться», — сказал он. «Рискну». Он опустил свою флягу в колодец, вытащил ее, наполненную прозрачной, холодной водой. В шутку перекрестился и как бы раздумывая, стал медленно подносить флягу ко рту. И тогда сидевший, как изваяние орат, вдруг очнулся. Он бросился к солдату. «Не пей! Не пей! Вода отравлена!» Солдат выслушал его и все-таки решил рискнуть. И тогда орат вырвал у него флягу и сам сделал несколько глотков. Все оцепенели. Прошла минута, другая, и старик упал. Наша колонна двинулась дальше. Бойцы поочередно несли на носилках умирающего старого человека. Братская дружба советского и монгольского народов, заложенная еще Лениным и Сухэбатором, вновь подтвердилась в этой войне. Вслед за Советским Союзом объявила войну Японии Монгольская Народная Республика, выставив почти все свои вооруженные силы, которыми командовал маршал Чайбалсан. Нашей конно-механизированной группой командовал Исса Плиев. Под его командованием советско-монгольские войска совершили беспримерный по трудности переход через пустыню Гоби. А потом перед нами встали горы Большого Хингана. Здесь нашим воинам выпали еще большие испытания. Дорог мало, да и те размыты осенними ливнями. Орудия и груз пришлось тащить на телегах. Лошади, верблюды, валы изнемогали, падали. Но мы шли. Мы одолели Большой Хинган. Японцы поняли, что мы уже победили. И с ужасом наблюдали, как с гор на них катится танковая и конная лавина. Преодолев Большой Хинган, войска Забайкальского фронта спустились на центрально-манчжурскую равнину и вышли в глубокий тыл Квантунской армии. 12-я воздушная армия маршала авиации Худякова отрезала от противника его резерв. Во взаимодействии с авиацией стремительно продвигалась вперед 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Кравченко. Стратегический план ставки воплощался в жизнь. 9 августа в час ночи до 30 передовых батальонов атаковали укрепления противника, которые сплошным поясом железобетона тянулись по всей 700-километровой полосе наступления. Так начались боевые действия на приморском направлении. В ночь на 9 августа части 15-й армии, взаимодействуя с кораблями Амурской флотилии, заняли все острова на реке Амур. Четкое взаимодействие всех видов и родов войск. Это было одно из главных условий успеха. Особое место отводилось краснознаменной Амурской флотилии, которой командовал контр-адмирал Антонов, и Тихоокеанскому флоту под командованием адмирала Юмашева. С их действиями были увязаны задачи всех фронтов. Так совместно с 25-й армией генерала Чистякова были перерезаны коммуникации противника, идущие от портов Северной Кореи в Центральную и Восточную Маньчжурию. Нанося мощные удары по противнику, наши войска
продвигались к югу Корейского полуострова. Настало время приступить к следующему этапу кампании. Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операция. Пять за пятью освобождались исконно русские земли, аннексированные Японией в прошлом. Теперь, в соответствии с Ялтинским соглашением союзнических держав, они возвращались родине. Японцы превратили каждый остров на Курилах в непотопляемый корабль. Как они говорили, один поменьше, другой побольше. Они готовились сражаться тут годами, готовились тщательно. Тут были и подземные переходы, и доты, и тщательно замаскированные батареи и аэродромы. Их буквально приходилось выковыривать с каждого острова. Бои были жестокими. И от бойцов требовалось не только мужество, но и наша природная смекалка. Вот один случай. Разведка доложила командованию о том, что японцами на одном из островов оборудован ложный маяк, который должен был выводить наши суда на песчаную косу, пристреленную японцами до метра. Но наши решили подыграть в игру, сделать, так сказать, вид, что они поверили этому маяку. И была послана баржа. А в это время основная группа захвата зашла с другой стороны острова. И остров был взят. Сражение за острова – это особая страница войны на Дальнем Востоке. Историческая освободительная миссия советского воина продолжалась. Кончилось японское колониальное господство в Северной Корее, длившееся с начала века. Народу-узнику предстояло стать народом-хозяином. Главное командование Народной армии Китая направило в эти дни Сталину телеграмму. От имени китайского народа мы горячо приветствуем объявление советским правительством войны Японии. 100-миллионное население и вооруженные силы освобожденных районов Китая будут всемерно координировать свои усилия с Красной армией и армиями других союзных государств в деле разгрома ненавистных японских захватчиков. Войскам 8-й Народно-освободительной и новой 4-й армиям Китая, которыми руководили коммунисты страны, пришлось вести очень тяжелую борьбу. Не только против внешнего врага, но и против внутренней контрреволюции, реакционного правительства Гоминдана. Но древнейший великий народ открывал новую главу своей истории. И мрачная глава истории завершалась для другого древнейшего народа, народа Японии. Последний глоток саке и в путь. А горючего в самолете только на полпути, только до цели. Через несколько часов для них эта война кончится навсегда, вместе с жизнью. Летчики-смертники, камикадзе, не род войск. Не способ ведения войны, шаг отчаяния, признак надвигающейся агонии. Они верили, что улетают в бессмертие, но в действительности шли на бессмысленную смерть. Даже сами японские военачальники признавали, что действия камикадзе не нанесли никакого ощутимого урона противнику. Они не только не повлияли на ход войны, но даже не сорвали ни одной операции.
путь, а горючего только на полпути, только до цели. А эти японские генералы не спешили отдать жизнь за императора. Для них война кончалась пленом. Но придет час, и они предстанут перед судом народов, перед судом истории, за те страшные преступления, которые они совершили, и за те еще более страшные, которые собирались совершить, изобретая изуверские способы уничтожения людей. Только вступление Советского Союза в войну и стремительное продвижение Красной Армии вглубь Маньчжурии лишило нас соблазнительной возможности применить бактериологическое оружие против Советского Союза и других стран. Началась вторая неделя войны. Войска Забайкальского фронта со стороны Монголии и первого Дальневосточного из Приморья замыкали кольцо окружения Квантунской армии. Надо было спешить, чтобы отрезать ее от группировки японских войск и не дать уйти вглубь страны. Нам также предстояло соединиться с передовыми частями 8-й Народно-освободительной армии Китая. Тяжелые бои против 5-й японской армии пришлось вести 1-й краснознаменной армии генерала Белобородова и 5-й армии генерала Крылова. Но смелые, согласованные действия всех родов войск сорвали попытки противника собрать силы для контрудара. Особенно упорные бои завязались за город Чанчунь. Здесь, в центре Маньчжурии, должно было окончательно сомкнуться кольцо окружения. Организованное сопротивление противника было сломлено, но он не складывал оружие. Даже попав в плен, фанатики камикадзе продолжали угрожать нашим солдатам. А о тех, кто был более разумен, позаботилось командование Квантунской армии. Их приковали к пулеметам. Так они нашли свою смерть. С 9 часов 55 минут до 10 часов я имел беседу с императором в его библиотеке. И император приказал мне подробно обсудить с премьер-министром вопрос о мирном плане или об окончании войны. Он приказал мне сделать это уже после того, как стало понятным, что Япония терпит поражение в войне с Советским Союзом. Коренной и необратимый перелом в пользу союзных войск наступил после того, как СССР объявил войну Японии. Участились налеты американских бомбардировщиков на Токио и другие города. Утром 15 августа над столицей страны восходящего солнца радио разнесло сенсационное сообщение. Впервые перед своим народом выступит император. Но не лично, а в граммофонной записи, на пластинке. До этого японцы никогда не слышали своего богоподобного повелителя. Что он сообщит?
своим подданным. Йотте чинва вага шинмин ни тайши. Настоящим мы приказываем нашему народу сложить оружие и точно выполнять все условия. Сложить оружие. 15 августа Ямато получил от генерального штаба и от императора приказ распустить все неяпонские формирования и войска Манджуго, уничтожить шифры, все секретные документы, касающиеся численности вооруженных сил. Но о капитуляции ни одного слова не было сказано. Бои продолжались. И эти бои были ожесточенными. Миллионная квантунская армия уже понесла немалые потери. Однако продолжала оставаться серьезной силой. Она была оснащена... Взгляните на эти кадры. Вот какой она была для нас, эта короткая война. Наше наступление развивалось стремительно, но это наступление... не было легким. Квантунская армия продолжала упорно сопротивляться. В связи с этим 16 августа в советской печати было опубликовано разъяснение Генерального штаба Красной армии. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией. Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не отдан. Капитуляцию можно считать только с того момента, когда японским императором будет отдан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия, сложить оружие, и когда этот приказ будет практически выполняться. Ввиду изложенного, вооруженные силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии. Этот факт действительно требовал разъяснения. Сам император приказал сложить оружие, а война продолжается. Как же так? Но все было просто. Япония по-прежнему верна своей давней политике. Двуличие, коварство, обман. На словах одно, а на деле совсем другое. По сути, все годы Япония вела против нас войну, только не объявленную. Вооруженная интервенция и оккупация Дальнего Востока в 18 и 20 годах. Крупная военная вылазка у озера Хасан в 38-м. Разведка боем и проба наших сил на Халкинголе в 39-м. И постоянные пограничные провокации. Только в 44-м году японские милитаристы совершили 144 вооруженных нарушения наших границ. Потопили 18 советских торговых судов и задержали около 200. И при каждом удобном случае заверяли нас в своих искренних чувствах. Что ж, и на этот раз слова императора были одни, а дела подчиненной ему армии совсем другие. И потому для наших войск был единственный приказ только вперед, как можно скорее, положить конец войне. Спешили все, и солдат, и генерал. «Я впереди, жду вас», — сообщает генерал Плиев своим войскам, а сам устремляется вперед. И случилось так. Генерал Плиев вместе с передовым отрядом ворвался в город Джахе, а там полно японцев. Поворачивать назад нельзя. Принимать бой тоже, слишком неравные силы. Реакция мгновенная. Вызвать ко мне начальника гарнизона. Появился представитель японского командования. Плиев ему: «Я советский генерал. Предлагаю сложить оружие». Представитель растерялся. Попросил 2 недели для того, чтобы согласовать вопрос с Токио. Плиев, глядя на часы: «Даю вам 120 минут для обдумывания и подписания капитуляции».
Если через 120 минут мои предложения не будут приняты, наши дивизии начнут штурм. Ровно назначенное время тысячи пленных японских солдат складывали оружие перед Плиевым. Но сколько еще оставалось тех, кто не хотел сложить оружие? И потому надо было спешить. Серия смелых воздушных десантов и десантов морской пехоты заблокировала противника в крупных городах и военных портах. Когда в Мукдене приземлился японский самолет, чтобы заправиться и лететь дальше, город, пока машина снижалась, был взят нашими войсками. Летчики не успели опомниться, как оказались в плену. А вместе с ними и небезызвестный Генри Пуи. Наши солдаты взяли горе императора, что называется, голыми руками. Предпочтя советский плен возвращению в Японию, он, как видите, остался весьма доволен. Даже он понимал, война проиграна. Предлагаю командующему Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск, сложить оружие и сдаться в плен. Всем войскам немедленно прекратить военные действия и остаться в тех районах, где они находятся теперь. Войскам, находящимся в соприкосновении с Красной армией, сдавать оружие по указанию советского командования. Командующий Квантунской армией генерал Ямада. Спороть с полотнища восходящее солнце и готов белый флаг капитуляции. Куда подевался самурайский дух? Нет цветка лучше вишни, нет человека лучше военного. Нет человека лучше военного. Нет человека лучше военного. Нет человека лучше военного. Но напрасно. Для них военная карьера уже окончена, как 4 месяца назад для остатков гитлеровского вермахта. Двигались вперед флажки на наших оперативных картах, и все больше победных флагов поднималось над освобожденными городами. Эти кадры кинохроники сделаны в конце августа 45 года. Если бы не советский воин-освободитель, объектив, кинокамеры, увидел бы в эти дни совсем иное. Слезы горя, а не улыбки радости, и вместо веселых песен все еще слышалась бы канонада боя. Воспитанные коммунистической партией на высоких идеалах интернационализма, советские солдаты самоотверженно помогали народам Китая и Северной Кореи, их регулярным войскам и партизанским отрядам приблизить желанный мир. Война Советского Союза против милитаристской Японии завершилась за 25 дней. Вдвое быстрее, чем, скажем, одна Курская битва. Но короткая война не значит простая война. Простых войн вообще не бывает. Полная и скорая победа над врагом была достигнута прежде всего благодаря тому, что советские войска применили главный способ ведения своих боевых действий – стратегическое наступление. В кампании на Дальнем Востоке были одновременно проведены 3 крупные операции. Манчжурская – стратегическая, Южно-Сахалинская – наступательная, Курильская – десантная. Главной из них была Манчжурская, в ходе которой советские войска вместе с монгольской армией разгромили основную, наиболее боеспособную часть вооруженных сил Японии – Квантунскую армию. Ее разгром стал крушением всей обороноспособности Японии. Как сказал поэт: «Здравствуй, тихий! Привет от матушки Москвы!» Оставайся тихим всегда, наш великий океан, даже в шторм.
И это может быть при желании. Для этого нужно одно – признать незыблемое право каждого народа жить так, как этого хочет он сам. Ломать с одного уставшего плеча на другое, отправиться в новый бой. В бой, из которого любой, прошедший Великую Отечественную, мог не вернуться. Сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора «Миссури» Япония подписывала акт о безоговорочной капитуляции. От великой империи Ямато под документом должен был поставить свою подпись министр иностранных дел Сигемицу. Через 8 месяцев, 3 мая 1946 года, он вместе с другими японскими военными преступниками окажется перед международным трибуналом по Дальнему Востоку. Требование суда над ними содержалось в Потсдамской декларации трех держав антигитлеровской коалиции. План Кантокуэн предусматривал увеличение японских войск в Маньчжурии в связи с нападением Германии на Советский Союз. По этому плану в Маньчжурию было переброшено более 300 тысяч солдат. План Кантокуэн является шифрованным названием плана войны против Советского Союза. В 1942 году первый отдел Генерального штаба разработал новый оперативный план войны против Советского Союза, который уже не изменялся до весны 1944 года. Как и все предыдущие планы войны против Советского Союза, этот план был наступательным. Война против Советского Союза должна была начаться внезапно. После полного искоренения красного влияния в Советском Союзе может быть принята для проформы система минимального самоуправления. Планы, которым не дано было осуществиться. Почему Япония считала нашу страну своим главным противником? Да, богатые ресурсы, огромная территория, но прежде всего японский милитаризм видел в Советском Союзе своего классового врага. Красное влияние, а на самом деле опыт первой страны социализма был вдохновляющим примером для угнетенных народов мира. Япония постоянно обновляла план нападения на нашу страну. Японские генералы даже побывали у гитлеровцев на Сталинградском фронте. Кому же, как не своему главному идейному и военному союзнику, было обращаться за опытом и советом? Для нас это был один из самых тяжелых периодов войны, и они не хотели упустить момент. Ясно, что нападение Германии на Советский Союз предоставило нам отличную возможность окончательно разрешить северный вопрос. И главари Третьего рейха когда-то пытались решить только не северный, а восточный вопрос. Тот же вопрос стоял перед японцами и после Курской дуги. Выступать против Советского Союза или нет? И когда воздух уже был напоен запахом близкой победы, даже тогда опасность военной угрозы с Востока витала над нашей страной. То, что принес нам фашистский рейх, было и в планах Японии. Тактика выжженной земли. Итак, каково будущее советской территории? После оккупации нам следует послать туда вооруженных колонистов, которым будет поручено снабжение армии продуктами, отобранными у населения. С помощью этих колонистов планомерно расширять влияние Японии. Точно по Гитлеру.
Именно в этом смысле. Морально и физически готовить колонистов к посылке в Советский Союз. А получилось так. Колонисты, которые должны были еще больше обогатить японских промышленных магнатов, превратились в 22 разгромленные дивизии Квантунской армии, 600 тысяч военнопленных. Все те годы наш сосед, Япония, был нашим недругом, и явным, и тайным. Церемония подписания. От стран, воевавших с Японией, ставит подпись верховный командующий союзных войск генерал МакАртур. Акт подписывают представители других союзных держав. От стороны, которая внесла решающий вклад в общую победу во Второй мировой войне, генерал Деревянко. Большинство обнаруженных при мне документов являются копиями меморандумов, которые содержат секретные данные о численности и дислокации частей Красной Армии. Частей Красной Армии, ее вооружений и снабжений, о состоянии военной промышленности Советского Союза и выпускаемой ею продукции, о самолетах, танках, а также о людских резервах Советского Союза. Такого характера военные сведения о Советском Союзе японское посольство в Берлине получало с 1941 по 1945 год от японских послов в Москве Татекава и Сата в виде зашифрованных телеграмм, которые затем советник Касахара и я обрабатывали и переводили на немецкий язык. После этого японское посольство в Берлине передавало эти сведения германскому министру иностранных дел. Вот почему так остро мы воспринимали политику Японии и ее союз с нашим смертельным врагом. Следует поблагодарить японское министерство иностранных дел за пересылку нам телеграфного отчета японского посла в Москве. Было бы хорошо, если бы мы и впредь могли бы постоянно получать таким путем известия из России. Преступление против человечности, подготовка и развязывание агрессивных войн, преступление против мира. Союз Японии с Германией и Италией, направленный против СССР и западных держав. Доказано, что Япония давно готовилась к захвату советских территорий для установления владычества над всей Азией. И слова приговора звучали словно эхо Нюрнбергского процесса. Японский милитаризм и германский фашизм. Выйдя из 30-х годов нашего столетия, их исторические параллели сошлись в одной точке, чтобы уйти навсегда. Вторая мировая война окончена. Она длилась 6 лет и один день. Это было одно из крупнейших военных столкновений, которое знало человечество. В нее было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. 110 миллионов человек встало под ружье. Военные действия охватили территорию 40 государств. Общая площадь театра военных действий составила 22 миллиона квадратных километров. Материальные потери Советского Союза составили третью часть его национального дохода. Принес человечеству фашизм и милитаризм. Опаленный мир, спасенный мир, обретенный мир.
Пройдет совсем немного времени, и все эти люди вернутся к мирным делам. Каким он будет их завтрашний день? Воин-освободитель сделал все, чтобы день этот был полон света и радости, мира и добра на всей планете. Иной, обновленный мир. Совсем не такой, каким хотел сделать его империализм. Потерпела... Наша победа не ушла в прошлое. Это живая победа, обращенная в настоящее и будущее. Наша победа жива и будет жить вечно. Вечно будет жить и солдат, подаривший ее планете. Дозорный мира на пороге 21 века. Низкий поклон ему и высокая слава.